Всем привет-привет! Хочу показать, сейчас пока достала, опрыскала, помыла я ее и опрыскала. Если кто помнит, я покупала необычное такое растение, но флорариумное оказалось. Я не думала, что оно это... Мне больше понравилось то, что оно было на... Как сказать-то, на... палку сейчас я вам покажу, тут от нее остался кусочек, но вот ей уже год, за год она вот у меня отделилась, то есть на этой коряге, на которую она приходила, осталась вот такая вот деточка маленькая, вот здесь с корешками, здесь все нормально, как бы она у меня стоит прям в мхе, вот так вот отдельно. Вот. А это мамка. Мамка здесь. Мамки корней тут полно. Блин, я их только помыла. И они уже опять грязные. Ай. Угу. Неудобно мне через телефон, я не вижу. Вот так вот она. Здесь вот корней, видите, сколько? Но они цепляются все за мох. Почему, не знаю. Вот она дальше тут, видите, пошла. Все ей хорошо, ей все нравится. Вроде как бы. Эту палочку я тоже ставила, я показывала. Вот, и они... Я их очень редко... Это тоже корень у мамки. Я их очень редко открываю. В основном они у меня закрытые все. Сейчас. Сейчас я ее там... подправлю. Вот так вот. Нет, не так. Она мне должна на большую палочку. На эту вот. Вот это вот бревнышко, которое большое, это то ли яблоня. В общем, какое-то вот такое вот дерево. Вот так вот. Ай, не падать. Сейчас я опять не нашла. Блин, мыло колбу. Колбу протирала. Сейчас их помыла и колбу протирала, а получилось все опять непонятно чего там. Так вот. Я закрывала пленкой пищевой, да? Пленку я сейчас не нашла. Закрою пакетиком и сделаю пару дырочек в нем. Вот так вот. Я и намусорила, и все. И то, что мыло. Получилось непонятно что. Так, и обратно туда вот под лампу поставлю, туда вот задний угол. Пускай там растет. Ей там нравится, там тепло, светло. И вот она сколько. Ну, тут здесь прям видно вот, очень медленно, но она хоть и отделилась. И вот это вот, вот отсюда вот она вот нарастила вот это вот. Много новенького. Ну, много за год, наверное. Если она такая медленная, то ладно, пускай хоть так будет. Вот такая вот у меня штучка. Всем пока-пока, всем счастья, здоровья, берегите себя и своих близких и родных.